к другим темам. В 2023 году в России могут значительно увеличиться цены на мобильную связь у крупнейших операторов. По предварительным оценкам, рост стоимости может составить до 15%. Причина повышения и мнение тверичан в следующем сюжете. В первую очередь специалисты объясняют возможное повышение цен необходимостью закупок сотовыми операторами подорожавшего подсанкционного оборудования. Также серьезные траты могут ожидать в связи с внедрением сетей 5G. Оно может оказаться на 40, а то и 50% дороже из-за требования Минцифры о том, что с 1 сентября 2023 года можно будет регистрировать радиоэлектронные средства только отечественного производства. А сколько сейчас тратят на связь жители Твери и устраивает ли их цена, мы спросили у них самих. Ой, где-то 350 рублей. А как вы считаете, много или мало? Ну, мало. Дешевле, чем все остальные. Мало. Мало, а сколько? 320 рублей. По-моему, 700 рублей в месяц у меня оплата. А как вы считаете, это много или мало? Это достаточно. А хотели бы вы меньше платить? Конечно, хотел бы. 300 рублей. Как вы считаете, много или мало? Нормально. 340 рублей, по-моему. А как ты считаешь, это много или мало? Нормально. Рублей 400. А как вы считаете, это много или мало? Нормально. Спасибо. Как можно заметить, средний ценник за мобильную связь варьируется от 300 до 400 рублей. Данную цену тверичане считают приемлемой. Изменится ли у них отношение к ценам после их повышения, об этом мы узнаем в 2023 году.